Ну, здравствуй. Здравствуй, Алан. Все слышно, видно, хорошо, да? У тебя интернет с машиной подтянет вообще? Да, у меня все хорошо. Да? Ну, отлично. Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, все, кто нас смотрит, все, кто нас будет смотреть. Сегодня у нас интересный разговор. В гостях у Вестника Алан Мамиев, общественный деятель, воин духа, воин света, радеющий за человечество, за все самое светлое и за возрождение духовности. Здравствуй, Алан. Здравствуй. Я думаю, что мы, наверное, так построим с тобой разговор, что немножечко поговорим о том, как мы съездили в Осетию, в Аланию, на равноденствие весеннее, и дальше уже по теме, по вопросу, по нашему, потому что очень интересно, много данных, много сведений, очень много вранья в истории, очень много того, что нам следует сейчас возрождать и исследовать заново. Вот. Ну что, вот 21-го, 22-го, 23-го, с 19-го числа марта мы были, волшебное войско вместе с князем, были в Осетии, в гостях у прекрасных людей, добрых и отзывчивых, которые показали нам свою культуру, свой быт. Мы ставили целью совместное возрождение единого духа. И, впечатлившись этим, в принципе, возникла у волшебного войска такая бумага, как кристалл Мономаха, кристалл единого духа. Так как мы идем по буквице, у нас это все сошлось к буквичным неким истинам, азбучным истинам. И, в принципе, сейчас кристалл дописывается, он только в процессе. Вот. И я думаю, что здесь самое важное, это то, что вот как раз-таки общие черты, общие смыслы, общие цели, общее прошлое есть у нас с осетинами, с аланами. Расскажи, Алан, что ты вообще думаешь про нашу поездку и вообще какие у тебя мысли? Недавно только с Алхазом обсуждали, Алхазы до сих пор троллят по этому поводу, да. Ну, я, знаете, ну, как бы у нас же, ну, у каждой традиции, да, есть свои способы общения, наверное, с миром невидимым. И я вот таким людям всегда отвечаю, вы знаете, ну, вам может кажется смешным, как вот вы там молились, да, там хоровод и прочее, а им может быть кажется странным и смешным, что мы там режем барана, кладем вареную голову на стол, там наливаем пиво или там танцуем танцы, становясь друг другу на плечи, щим, да, тоже это кому-то странным кажется. То есть в каждой традиции есть свои какие-то правила, обычаи, там все. Главное, чтобы, говорю, цель у нас была одна. А кто как там, какие ритуалы использует, ну, наверное, что кому ближе. Ритуал в любом случае это инструмент. Главная цель и задача. А цели, я считаю, что они совпадали, потому что нам всем сейчас нужно пробуждение этого духа. И почему оно нужно, на мой взгляд? Потому что человечество впервые, ну, за ту историю, про которую мы знаем, столкнулось со страшной проблемой. Проблемой, когда оно перестанет быть нужно на этой планете. Почему? Потому что создается техносфера, вот это, да, вся эта роботизация, цифровизация в конечном итоге наприет к тому, что основные массы населения, они просто будут не нужны. Они будут выброшены с производства, там, социальной жизни, там, и со всего остального. И мы все это уже видим, как это все происходит. И тут два есть варианта. Либо на это молча взирать и смотреть на то, как планета Земля постепенно превратится в планету Железяка, да, и фильм «Терминатор» из фантастического станет реальным. Либо пытаться что-то поменять. А что можно поменять? Какую другую альтернативу можно предложить вообще цивилизации миру, кроме развития этой техносферы? Развитие биосферы, то есть развитие человека и его способностей, да, вложенных в него вот этих, как сказать, биоподобных технологий, ну, по-разному, ну, давайте назовем их биоподобные технологии, да. То есть человек тоже очень многое может. Мы изучаем компьютеры, изучаем что-то, но при этом совершенно не изучаем возможность своего мозга, да, или возможность своего сознания, своего тела и всего остального. То есть нам нужна альтернатива техногенной цивилизации. И все люди, которые хотят, как бы, эту альтернативу создавать, они должны объединяться между собой, вне зависимости от, на сегодняшний день, даже то, что они думают друг про друга. Потому что вопрос выживания.
пусть, да, скорее всего, уже даже нашего поколения, потому что я уверен, что мое поколение с этой проблемой столкнется очень явно, потому что точку они поставили 2040-2045 год, это сингулярность они назвали, когда переход будет полностью уже вот в этот весь цифровой, так скажем, мир техногенный, да, где уже человечество, в принципе, будет не нужен. И все эти вирусы, которые сейчас происходят, и прочие вещи, это обкатывание новых технологий, нового этого вида биологического оружия и прочего, для чего? Для того, чтобы утилизировать потом большие массы населения. Но это мы все видим, и процесс идет туда. И все, которые хотят какой-то другой альтернативный процесс, должны объединяться, друзья мои. Я почему сейчас это говорю? Потому что я знаю, что там многие друг к другу плохо относятся, да, друг на друга там грязью поливают. И после вашего приезда, мне же многие тоже писали, да, они такие, они сякие, они там еще какие-то, знаешь, не такие. Но я всем говорю одну и ту же вещь. Друзья, у нас цель одна или нет? Либо вы сейчас будете сами пиписьками мериться, понимаешь, либо мы делать будем общее дело. Как бы потом уже разберемся, да, как бы, после там, как, если удастся эти процессы повернуть. А если не удастся их повернуть, говорю, что вас закатают, что этих закатают, и все будем ходить одинаково в одинаковых цифровых ошейниках и жить в одинаковых цифровых концлагерях, понимаешь, что в города много. Процессы, которые мы должны предотвратить. И вот это наше объединение, пробуждение духа, оно именно для этого и нужно. Потому что пробуждение духа – это опора вот на что-то иное, нематериальное, в отличие от этого материального. Если вот говорить про антихрист, тот знаменитый, да, то, по моему глубокому убеждению, антихрист – это и будет тот компьютер, который они создают. Вот этот разум искусственный, который, на мой взгляд, уже есть. И кто-то тоже говорит, что он уже социум. Есть, что не все компьютеры. Но это не социум, это именно компьютер будет. Это вот именно то, что показали в фильме «Терминатор». Когда все эти компьютеры, все эти бигдаты, все эти электронные средства будут объединены в единую сеть. В какой момент он сам себя самоосознает? Может, самоосознал он себя уже, мы не знаем. И мы передаем ему всю власть, мы передаем ему все свои данные про здоровье, про все. Мы максимум каждый год все больше и больше отдаем ему функции управления. Уже дроны, вот сейчас выступал Шойгу и гордился тем, что у нас скоро будут роботы, которые могут вести боевые действия без участия человека. Вы понимаете, что это такое? А в какой момент этот робот решит, что нужно убить самого Шойгу? Ну, в какой момент это решит? И говорить, что это невозможно, ну, это же ерунда. Это создает техносфера. Создает техносфера, которая, в принципе, потом в какой-то момент может решить, что человек в нем лишний. А мифы древние, нам об этом говорят. Восстание людей против богов. Или восстание титанов второго поколения против титанов первого поколения. Это всегда об этом. То есть то, что порождает кто-то, оно потом их убивает. Все эти мифы про то, что дети убивают родителей, это же об этом. То есть это на планете Земля происходило уже не единожды. И мы сейчас это опять видим, когда наши порождения в конечном итоге захотят нас уничтожить. Так же, как когда-то, наверное, человек, гибель богов, там, и там война людей против богов. И любые мифы возьмите, европейские, восточные, разные, там везде этот сюжет присутствует. И надо этому сюжету как-то помешать. А единственная возможность – это опора на что-то нематериальное. И тогда стал вопрос об этом духе, да, и все люди, которые как бы об этом говорят, мне кажется, должны двигаться в едином фарватере. А не выяснять бесконечно, а кто правильный, кто неправильный, кто древний, кто не древний, а кто так неправильно танцует, а кто еще что-то неправильно делает. Вот как бы да, вот об этом, собственно говоря, и был ваш приезд. Понимаете, я сейчас сразу еще отвечаю всем тем, которые тогда нас троллили, все это время троллят, я никак это не комментировал. Потому что если человек тупой, он это просто понятие в состоянии. Они не понимают масштаб угроз, понимаете? Они живут с таким своим микроскопическим сознанием, но таким узким горизонтом видения проблемы. Они не понимают, что происходит в мире. И что скоро их как биомусор утилизируют просто нафиг, и все. И они будут думать, что они умерли от насморка или еще от чего-то. А люди, которые пытаются этому помешать, они могут опираться только на дух. Вы не можете опираться на компьютер или искусственный интеллект. Вы должны опереться на коллективный разум, на нечто иное, то, что его в антиподе находится. Если есть искусственный интеллект, значит, есть вот наш коллективный разум. Если есть у них какие-то цифровые технологии, а у нас есть дух, соответственно, понимаешь, вот оно и столкнется. И мы, как бы, люди духа, которые считают, что на дух нужно делать ставку, должны всегда как бы двигаться вместе и помогать друг другу. Это мое мнение. Ну, я согласна с тобой целиком полностью, плюс ко всему то, что вот ты говоришь, троллили вас, троллили не только вас, троллили и нас, троллили со всех сторон, и то количество комментариев каких-то грязных, которые были там во всех соцсетях, во всех наших ресурсах, ну, как мы к этому относимся, знаешь, как вот ты правильно сказал, как несведущим, а что делать, да, то есть вот маленькие детишки, они там бегают, еще чего-то не знают. Страшно, конечно, то, что эти люди не хотят, наверное, пока еще осознавать, а может быть, никогда не смогут.
У меня тут возникла мысль такая, может быть, она крамольная, конечно. Я теперь понимаю фразу про золотой миллиард. Все Нет дело в том, что... миллиарда. Уже не про миллиард идет речь, уже идет про 100 миллионов. Уже ну, про миллиард 100 речь миллионов. Идет. То есть это уже это не о том, что кто-то там какая-то правящая верхушка, а это те, кто выживет. А кто выживет? Тот, кто будет силен духом, тот, кто будет осознавать, что происходит, и вовремя сможет включиться. И, в Нет, те 100 принципе, вот миллионов, вот 100 миллионов, я перебью, это они считают, что они у них будут кнопки от выключения этого компьютера. Да. То есть они делают техносферу, и они ее контролируют, что кнопка будет у них. Понимаешь, они то ли фильм «Терминатор» не смотрели, то ли еще что-то, я не знаю что. Но они уверены, что они будут это контролировать до последнего. Но в какой момент у этого машины появится самоосознание? И как оно только уже оно есть. Появится, тогда она поймет, что человек лишний. Это тот, кто мешает, поедает ресурсы, ничего не делает, как бы. Зачем он нужен? Он им не нужен, машинам он не нужен. Они могут самовоспроизводиться. Все. И на этом будет стоп человеческой цивилизации. Вот к чему они это все дело волокут. Причем совершенно осознанно. Но мы-то о другом. Мы о другом. Но вот я хочу, чтобы люди эти вещи принципиально понимали. Они начинают цепляться к ритуалам. Какие-то не такие платья, какие-то не такие шапки. Вот когда мне говорят, вот они какие-то там одежды странные одели. Я говорю, что странного, что русские люди в России ходят в своей русской одежде. Что странного? Когда вот здесь... мусульмане ходят в исламской одежде, ничего странного. Когда кавказцы ходят в черкесках, ничего странного. Да. Когда там, я не знаю, якутские шаманы ходят в своей этой одежде, в бубен, это тоже никого не удивляет. Я говорю, до чего вы довели русский народ, что когда русские люди в русской одежде в России ходят, это считается странным. Я говорю, вам вообще сама формулировка не кажется удивительной? Это вообще-то Россия пока еще, да? И почему в русской одежде русские люди должны вызывать у кого-то удивление? Вот до чего это дошло вообще? Здесь, странно, знаешь, говорить. Странно, да. Здесь вот пример такой есть. Мы когда были в Египте, нас хотели не пускать на пирамиды, потому что мы все были женщины в платьях, ну, в русских народах, мужчины были в рубашках. Игорь вообще ходит все время в этом плаще, в красном. И я стою, общаюсь, ну, на английском языке, там, с этими охранниками, говорю, я не понимаю, вот вы как бы в арафатках своих этих накрученных, в длинных платьях мужчины. Вам же никто не запрещает, это ваша национальная одежда. Они, да, я говорю, это наша национальная одежда. У них расширяются глаза, то есть, понимаешь, уровень уже дошел до того, что в мире не знают, как русские выглядят, какая у них одежда. То есть стерта вот эта память, эта генетическая вот эта память стерта до того, что никто не знает, как русские. И сейчас вот пришло сообщение буквально там 2 дня назад о том, что у нас в Воронеже группа открыла ателье, и они начинают пошив вот нашей одежды русской. Причем не вот этой вот лаптевой, я вот против вот этого лаптевости, это современная. Да. Конечно, ну вот сейчас в осетинской рубашке, вот это Ирон Хадон называется, это сейчас современные такие шьют. Вот, вот, то есть мы, я считаю, что мы должны идти в ногу со временем, используя и телефоны эти, да, вот у нас есть тобой возможность через там сотни километров созвониться, просто выйти в прямой эфир и большому количеству людей рассказать о каком-то своем мнении. Это надо использовать во благо нас, во благо конечно, народа. Не должно быть архаики, понимаешь, архаизация это не должно быть. Естественно, нужно и пользоваться средствами. Но нужно понимать, что первично, что вторично. Ну да, это естественно. Сегодня читала очень много, готовилась к эфиру, читала очень много информации. Я же по образованию историк, причем историк искусства. И у меня опыт там 5-летнего обучения в университете, куча всяких конспектов и всего-всего-всего. И я поняла, что ну, 80% можно перечеркнуть вообще и забыть, потому что это все неправда. И специально нашла такие какие-то источники, типа альтернативные истории, читала вот про Аланию, про то, что такое русская Алания, что всех называли Аланами на самом деле. То есть русская Алания — это светлые Аланы. Светлые да? Аланы, ну, русские Аланы, да. Да, ну то есть сейчас у нас есть разделение, то есть даже в названии. Нас разделили сначала в словах, потом в сознании, и теперь уже мы вот дружим так, только да. Встречаясь изредка. Я считаю, что вот здесь одна из самых главных целей – это, наверное, такое слово нехорошее – перебороть вот этот вот барьер каких-то навязанных, именно навязанных, прописанных. То есть читаю, например, ваш эпос. Понимаю, что это, ну, не ваш, а он наш общий, что там огромное да. количество сходства. Это общий Написано... европейский эпос, да.
да, написанное в разных каких-то форматах для разных, скажем так, групп, ну, живущих по разной территории. Вот, но суть одна и та же. И вот здесь у меня к тебе вопрос. Ты-то вообще исследователь такой, глубокий вот этих всех вещей. Какие у тебя там самые яркие найденные аспекты? Что же общего? Да я вот недавно ролик сделал про детей Гора и детей Сета. Гор, он в Египте называется Хор. У нас по-ассирски солнце тоже называется Хор. Вот дегорский диалект – Хор. Да, Хор. У вас этот называется Хорс. Это тоже солнце. По легендам, по этим, вот эти дети Гора, они пришли откуда-то в Египет и уничтожили детей Сета. И у них бесконечно в историческом процессе идет борьба. В Византии это было, в Риме, где угодно это было. И у каждого вот этих, из этих, так скажем, детей Гора, детей Сета есть свои маркеры. То есть дети Гора, это вот сокол считается священная птица. Я знаю, что у славян сокол, там падающий сокол, это был герб князя Владимира. Это там, ну, везде соколы, да, вот у нас тоже... Везде на святилищах изображаются соколы в Рекове. Ну, везде сокол, священная птица, солнце, да? И то же самое и веги. Они пришли откуда-то. А дети Сета, это, соответственно, вот те, которые используют трупы людей, да, там, мертвых для своих обрядов, там. И вот там после захода солнца молятся, и все остальное я в своем видео это рассказывал. Даже на уровне вот этих мифов это уже видно, это противостояние, понимаешь? Это детей солнца, как бы, и детей не солнца. Сейчас правят они, но это все происходит циклично. Каждые тысячи лет происходит между ними битва некая. Когда вот власть переходит опять на следующую тысячу лет, кто-то там как бы побеждает. Вот прошлое там было тысячу лет назад, да, там. И в принципе это тоже можно отследить. И там поздние этот византийские все истории, да. Все эти дела, перетрубации там были. И потом вот укоренилось то, что мы сейчас знаем как Рим, это появилось гораздо позже. И потом это на Русь уже пришло в виде религиозных войн 14-15 века, да. И даже вот, ну, православные люди, они же знают, что православные – это славящие прах. И потом пошло соединение православных и христиан. То есть, и даже в том, в первом христианстве дораскольном, времена Сергия Радонежского, там, ну, как бы Иисус был царь славы. Был Иисус – царь славы. А после раскола, после реформы, он стал Иисус – царь иудейский. И до этого он был Иисус с одной «и», а потом стал Иисус, а это уже другое имя. Понимаешь? То есть они поменяли имя и качество. Был царь славы, а слава – это солнце, а стал царь иудейский. Даже по таким вещам, если вот, ну, это уже можно заметить. Понимаете? И как бы, и вот тогда и произошла перетрубация. Сейчас понимание идет, что оно пойдет в обратную сторону. Эти товарищи тоже знают, что как бы их время уходит. Но за счет того, что появилась техносфера, и у них есть возможность вот такого материального контроля всех, понимаешь, что если они считают, что с помощью материи, искусственного интеллекта, компьютеров и цифровизации, цифрового этого ошейника, они смогут победить этот дух, понимаете, они смогут носители этого духа уничтожать поштучно, вот индивидуально там какой-нибудь там будет, ну я не знаю, там технологии сейчас разные это позволяют сделать. То есть они понимают, что качели сейчас качаются не в их сторону, но они хотят вот, впервые за вот эту историю, которую можем отследить, у них такая возможность появилась, и они ее не упустят. А так это идет, да, это вот солнце. И всегда вот русские тоже молились днем, да, они же никогда по ночам не молились, они же днем молились. А сейчас по ночам молятся. Все обряды, смотрите, сейчас совершаются после захода солнца. Основные вот, даже не будем конфессии называть, сами все догадаетесь. А так проводились днем. Никогда на святилищах, ни на наших, ни на ваших, не было трупов людей. Никогда не было. У нас считалось, что человек умер, вы его проводили, там год эти все обряды прошли, и все, до свидания, он уходит. Как бы, ну, мы на задачу его отправить куда-то, да, там была. И их тела, это, ну, не прикасались к ним, это, ну, как бы, никогда на святилищах трупов не было, нельзя это, ну, как бы, запрещено. А тут, как бы, наоборот, понимаете, это все вот, ну, оно видно. Имеющие глаза, юбит, просто глаза свои разуйте, вы это увидите. И это, они это тоже знают, что у нас какие-то общие теорийские корни, индоевропейские, понимаешь. Все там это общее идет, а вся шла, и так же и уничтожали. Ведь нам историю, эту нормандскую теорию, когда Ломоносов, ты же знаешь, да, эту историю, когда Ломоносов там на ученом совете морду набил товарищу, как, ну, куда-то немцу этому, да, говорит, зачем, говорит, вы нашу историю, да, тянете от норманов. И он же там тоже про эти южно-русские степи и все остальное писал. Ну, эти сарматы, аланы, это же все южно-русские степи, они же тоже огромную роль в генезисе сыграли, а вот это все казаки, кубанские, донские там и все остальное. Как бы это общий культурный такой пласт был, скифское общее, общий корень такой. А его срубили. Почему? Для того, чтобы сюда занести эту библейско-средиземноморскую цивилизацию. Сказать, что оттуда пришла история. История – это же то, что исторы, как я понимаю. Исторы, да. Да. А это не исторы, это от скифов. А у нас были сказки. Сказки.
Да, сказки, былины, то, что было. Былины, сказки, да. То есть, ну, и это вот происходит вот, вот на наших глазах. Сейчас просто большой объем информации, это можно все видеть. И сопротивление идет как бы колоссальное. Они захватили как бы финансовую систему, мы это тоже понимаем. Но золото – это их металл, понимаете? В тот момент, как мы приняли условия, что, знаете, как мне говорят, вот, знаете, есть такая великая притча, мудрость, что ишак, нагруженный золотом, может взять любую крепость. Я говорю, вот кто вам ее навязал, тот и есть враг. Почему, говорит? Я говорю, так потому, что если в этом городе знают цену золоту, а я говорю, а ишак, нагруженный палладием, может взять любую крепость? А почему, говорит, палладий? Потому что палладий дороже, чем золото. А ишак, нагруженный обогащенным ураном, может взять любую крепость? Нет, потому что он никому не нужен, обогащенный уран. А вот те, кто вам навязал ценность золота, вот те, говорю, вас и обыграли. Сначала навязали ценность своего металла именно, понимаете? И сделали его ценностью. И все. И так произошел обыгрыш. А золото – это металл сета. Ну, как бы он за него продавал места в загробном мире и все остальное. Там все очень глубоко. Да. Золото – непростой металл. Ты же тоже это знаешь. И они, да, сделали... это золотая кровь. Золотая кровь, то, что все это золотая кровь. И... да, только, золотой телец. Боги там. Только золотой крови, да. Золотой телец, мамона, вот это все же туда история идет. Да. И они вот нас научили молиться их богам. А когда мы молимся, это что делаем? Мы энергию отдаем туда. Вот я говорю, когда вы молитесь людям каким-то там, жившим где-то там, я не знаю, в Греции они жили там, ну, Бог, уважаемые, все там, замечательные люди, нету претензий, нету. Зачем мне отдавать им свою энергию? Они находятся в мире мертвых где-то там, я не знаю где. Я даже не знаю где, там какой-нибудь там Пантелеймон. Знать его не знаю. Он что, у меня родственник, предок мой, я его не знаю. Но он жил где-то там в Греции или где-нибудь еще в Риме, понимаете? А когда мы молимся, мы туда энергию сливаем этому как бы человеку. А зачем это делать? Молитесь туда своей бабушке, повесьте фотографию своей бабушки или дедушки, или прадедушку, им молитесь, им энергию отдавайте. Вы же энергию отдаете свою, когда вы молитесь. И встраивайте обратную связь. Так своим родовым молитесь там, прабабушкам, прадедушкам, там, еще кому-то. Вот даже такие элементарные вещи. То есть нас научили молиться вот, и сливать свое внимание, энергию чужим вот, там, богам, чужим там, людям, в конце концов. Вот это странно, самый важный аспект. Это очень странно. Но это не то, что странно, это закономерно в их пути. Это странно для человека мыслящего и осознанного. Вот это очень важный аспект, который ты затронул, про родовые силы вот эти. То есть, если у нас на территории там страны в общем посчитать, то, наверное, вот эти родноверы, как их только не называют, огромное количество конфессий, уже тоже даже внутри славянства есть огромное количество конфессий, которые разным образом это воспринимают. Но суть одна, что мы славим богов и предков наших. То есть здесь вопрос не... даже не молитвы, знаешь, вот это слово молитва, да, а славы. Я перекрутила, когда слова, то есть когда мы молимся, мы, ну, молу даем, то есть мы умиляем, ну, как бы оно немножечко пониже. А когда мы славим богов, когда мы славим предков, ну, то пусть значит... славим, да. Да. Факт то, что устанавливаем связь, живую связь. Да, да. Вот в чем как бы вот, ну, проблема, да, на Руси же это катком проехались гораздо раньше. У нас это смогли уже окончательно вытравить, наверное, уже при советской власти, потому что сказители, вот те, которые передавали эти знания, как у вас с гуслями ходили, так у нас тут с такой маленькой лирой, как она вот, фандыр называется, ходили, да, и также передавали там детям вот эти все знания напрямую, прямая передача была. И последних уничтожили уже, наверное, во время войны, ну, то есть перед войной, ну, в эти 40-е годы при советской власти, то есть относительно недавно, вот. С кем я делаю видео, Даурбек Макеев, да, вот по его линии, у отца там, по линии отца, вот эти сказители были. То есть это еще живая связь. А на Руси как бы это все, вот 14-15 век, все мы это знаем, да, и войны, восстание там Пугачева и все про это же религиозные войны на самом деле было против узурпации вот этими немцами власти на Руси. А когда они узурпировали власть на Руси, они стали первым делом уничтожать русский народ. А первым больше всего пострадал русский народ этого всего. Мы, конечно, тоже пострадали, но мы когда в этих трех ущельях выжили, понимаете? А вот русский народ, он пострадал. Ему переформатировали культурные матрицы за эти века. И они все пытаются сделать из русских немцев. Понимаете? Вот они же, что мечтают? Сделать немцев. Вот они их 300 лет пытались сделать немцев, не получилось там. Потом какой-то перерыв был. Сейчас опять пытаются сделать немцев. Понимаете? Идеал это вот Германия. Ну не сделайте вы из русских немцев. И зачем самое главное? Каждый должен заниматься своим делом в этой жизни.
Очень интересно, ты вот сказал про проехали с катком и про то, что там нарушена здесь связь. Я сегодня опять же читала один источник, причем это какой-то ваш местный источник. Ну, кто-то из местных у вас создал там какую-то газету, интернет, и там вот публикуются статьи исторические, очерки исторические. И я читала, прям подчеркивала себе, думаю, странно так. Очень много данных, но они ничем не подтверждены, может быть, человек просто так считает, что вот именно война шла между нами, то есть между аланами и русами. И я думаю, что это не зря. Ну, то есть написано не зря, чтобы последние какие-то ниточки обрубить, потому что вот когда мы были, опять же, у вас там в Осетии на солнцестоянии, когда шел пляс, и отдельно шла там вот, ну, молитва, да, в которой участвовал там Алхаз, я видела с точки зрения тонкого плана невероятные вещи. Вот эта синергия двух процессов, светящийся столб от группы пляса и совершенно невероятного цвета спираль, уходящая в небо от ваших мужчин, это что-то вообще просто сумасшедшее. Да это самое страшное для них, понимаете? Да, самое страшное, если это соединение произойдет. Они же этого тоже, они лучше нас всю эту историю знают. Они лучше нас знают всю эту историю. На мой взгляд, по моему субъективному мнению, ничего никому не навязано. На мой взгляд, субъективно территория России уже поделена. Она уже поделена. Ее будут пилить, понимаете? Так же, как распилили Советский Союз, сейчас чуть-чуть его переварят и будут пилить дальше. С одной стороны, тюркский мир во главе с Турцией, с другой стороны, Китай, с третьей стороны, еще кто-то. И когда вот я читаю официальную статистику, это не какая-то там интернетная, это вот Росстат. За прошлый год убыль населения 760 тысяч человек. Я уверен, что занижено. Ну, 760 тысяч. Это республика Северная Осетия за один год исчезла с территории, ну, с лица земли просто. Просто русский народ истребляет, понимаете? Он просто исчезает. Ну как? Мы тоже, конечно, но мы в меньшей степени. Нас и так мало. И вот когда понимание, сознание дойдет этого, до сознания, понимаете, как бы, ну, что-то может в голове включиться. 760 тысяч убыль населения, минус, умерло больше, чем родилось. Это где такое вообще видано? А если брать за протяжение 30 лет последних, вы посмотрите, там в среднем плюс-минус порядка миллиона в год убыль населения. Сколько людей у нас сейчас никто не знает точно. И это же большая проблема. А бояться вот чего? Что этот вот включится что-то в голове. Вот понимаешь, вот бояться, что оно бац и включится. И вот если оно включится, тогда все лягут. Это вот 100%. Когда, говорит, я встану, все лягут. Вот скажи, пожалуйста. А это осознание проснется людей. Это людей осознание просто проснется. И они поймут, что они вот как бы на своей земле как бы находятся не в очень каких-то комфортных условиях. И начнут что-то менять мир, трансформировать мир вокруг себя. Понимаешь, ты сейчас меня под всякие там экстремистские заявления не подбиваешь. Нет. Трансформировать мир вокруг себя. Понимаешь, они же под что подбивают? Там Навальный, не знаю, это же все же игры от них и тех же людей. Это все с одного кабинета идет. Нам нужно, это чтобы страшно, сознание да. включилось. Да, а это же просто вот игры как бы с одних и тех же кабинетов происходит. И это вопрос выживания на самом деле. Потому что, если, например, сюда же и на Кавказ идет тюркский мир, да, во главе с Турцией, ну, нам тоже кирдык тут грозит большому участию. Астин так точно. Потому что мы же не вписаны в эти все истории. Я и поэтому этот как бы, мы тоже задаю? Заинтересованы кровно в сохранении России. Я почему этот вопрос задаю? Не для того, чтобы куда-то под экстремистское, я сама к этому так отношусь, ко всему, ну, живя в Москве и видя все это вот в реальности там на улицах, мне это все... Вчера буквально мы, кстати говоря, гуляли с одной женщиной из Минска, после поездки в Минск, вот она приехала сюда, и мы с ней гуляли, и уличные музыканты поют песни, вот эти группы кино, перемен требуют наши сердца. Она, у нее вот так вот округляются глаза, говорит, у вас еще разрешено это петь? Я говорю, в смысле? Он говорит, у нас за это сажают. Понимаешь? Вот, то есть ну, это... Да. Ушел в глухую оборону. Вопрос в том, что я сама задаюсь вот как бы этим вопросом для себя. Что будет, когда вот там в моем подъезде в 17 этажей очнется хотя бы, ну, 30%? Я не хочу, я против того, чтобы началась какая-то битва там, ну, бойня. Я против этого. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что должно что-то произойти такое, чтобы мы действительно сознанием, своими действиями, мирными действиями поменяли все. Поменяли для себя в первую очередь.
Для себя. А для этого понимаешь, во-первых, эти люди должны очнуться, а во-вторых, они должны понять, что нужен альтернативный образ будущего. Ведь война идет за будущее, а для того, чтобы воевать за будущее, должна быть картина будущего. Вот тебе предложил западная цивилизация, предложила картину, да, в которой вот эта цифровизация, там эти ошейники электронные, там все со всеми остановками, посмотрите фантастические фильмы все. Там все это показано. А у нас нет альтернативного образа будущего. Вы хотите свое будущее, они тебе скажут, окей, расскажите мне, как вы его себе представляете. И все, и на этом все заканчивается. У нас никто не говорит о будущем. Да? Вот это нужен новый образ будущего. Я же тебе говорю, какая-то поэтому я тебя и спрашиваю. Биоподобная цивилизация. Никто не говорит, что нужно отказываться от техносферы. Но, во-первых, ее нужно очень сильно ограничить. Во-вторых, нужно развивать человека. Не компьютеры как бы умножать в качестве и количестве, а человека развивать. Ставку делать на образование и на культуру. И на пробуждение этих высших творческих способностей. Тем более технологии эти есть. Понимаешь, с мозгом людей научить работать, с их собственным мозгом. Вот просто элементарные вещи. Мы правильно вот воспитывать детей там. Ну вот образование, а это самое главное, что у нас уничтожили, это система образования. Вот у нас сейчас девочка умерла, 15 лет ей была, экзамены сдавали, поэтому ОГА, не ЕГЭ еще, а ОГА. И она вот от, как бы, от этого стресса, короче, умерла. Понимаете, вот до чего довели систему образования. И она вот там образованием не занимается, эта система. Она просто, да. Это же американцы, ну хочешь уничтожить врага, воспитай его детей. Но это же, ну блин, базовое такое правило любой такой большой стратегии. Воспитай его детей. Они занимаются воспитанием наших детей. И они уничтожают наше будущее, уничтожают детей, воспитывают дебилов. Ну кого школа выпускает? Ну идиоты же, понимаешь? Они не способны образно мыслить. То есть ту часть мозга, которая у нас дает плюс, это образная, да, какой-то, и синхронная работа полушария, они ее убивают на корню самого детства. И вырастают штампованные люди, которые способны только галочки ставить. Выбирай там Ариэль, порошок, там, персил или еще какой-нибудь. Или Тайд. Такое мышление делают. Что такое вот эти выборы из четырех? Это вот об этом. Когда ты можешь из четырех сортов порошка выбрать. Да. Не способен творчески мыслить. То есть то, на что мы как бы имеем преимущество наше, да, вот наша цивилизация, они вот это преимущество и убивают на корню самого детства. А мы никак этому, ну, а мы спорим про Навального. Он из системы образования, посмотрите, что они творят. Про Навального. Да бог с ним, с этим Навальным. Он сидит, наверное, там и платят ему нормальные деньги за это, компенсирует, понимаешь? Не будем о нем. Да. Не будем отдавать энергию туда. Конечно, я как раз не будем. Про образование. Вот мы сейчас запустили внутри волшебного войска, запустили такую школу дураков. Назвали школу дураков. Сейчас там учатся пока 70 человек, 70 человек взрослых. Почему? Потому что вот у меня есть четкое убеждение, что для того, чтобы дети начали учиться, надо, чтобы их родители хотя бы чуть-чуть включились. Конечно. Вот. И ты знаешь, очень интересные результаты. Вот прошло уже половина курса, то есть там 11 уроков первого курса, прошло уже половина курса, и я смотрю, как люди зажигаются, то есть у них возникает ощущение, что так я могу мыслить не по шаблону, не по вот этой вот картиночке, а я могу мыслить шире, я могу видеть другие вещи. Не в смысле там где-то в эфемерных мирах, а здесь, в реальности, я могу ощущать и понимать, что вокруг меня происходит. Я могу видеть причинно-следственные связи. А ведь это самое важное. Вот у меня растет двое маленьких девочек, две дочки. Я не хочу их отдавать в сад. Мне страшно, что я отдам их в сад, и там из них сделают квадратноголовых просто, ну, ни к чему конечно, не способных обязательно детей. Обязательно сделают. Поэтому сейчас вот самый главный вопрос, который, я считаю, надо развивать во всех сообществах, что внутри там каких-то маленьких групп, что в больших группах, это организация школ. Простых, маленьких пока школ. Хотя бы там 5. Вот знаешь, я вспоминаю свой маленький городок, где я родилась. И были такие вот группки по 6-7 человек детишек. И 2 воспитателя, 2 взрослых. Все, этого достаточно. Это не так трудно, да, вот сейчас взять там в подъезде даже там или в каком-то дворе организоваться, 5 семей, своих детишек в одно место поставили, 2 людей хороших нашли, которые, ну, смыслят в чем-то, да, которые смогут развивать вот это образное мышление, это творчество, вот эту духовность, высокую духовность. Все, уже начало положено, то есть вопрос только действий. Знаешь, вот у меня есть такая, я на самом деле эмоциональная, я сейчас тоже тебе выдам свою эмоцию на этот счет. Очень много слов, но очень мало дела. То есть вот что я наблюдаю во всех сообществах вокруг, вот этих славянских, русских, там, равноверческих, еще каких-то. Все говорят.
но никто не делает. То есть у нас вот есть какой-то план, мы себе поставили план, мы там ездим по городам и хоть как-то людей будем. Вот там в Воронеже начался пошив одежды. В Екатеринбурге, под Екатеринбургом, там Гардемир открывает школу духовного рода тоже для детей, для взрослых. В Крым съездили ребята, там тоже начинают открывать образовательный центр для детей, опять же. Причем так, чтобы туда можно приехать было, пансион полный. Почему бы нам всем, вот, ну, существующим объединениям, организациям, не сойтись в синергии и не делать это? У кого-то больше возможностей, ну, там и финансовых, и каких-то еще, у кого-то меньше возможностей. Но цель-то едина. Почему, как ты думаешь, даже внутри вот этого маленького мира, это маленький мир пока еще очень, существует даже там раздробленность? Вроде бы мы об одном. Ну, потому что там применяют принцип «разделяй, стравливай и властвуй». Нужно понять, когда этот маленький мир начал зарождаться. Он начал зарождаться в конце 70-х, 80-х годов, если брать вот, ну, да. А зарождал его кто? Зарождал его 5-е управление КГБ СССР во главе с товарищем Бобковым. И когда они его зарождали, они уже изначально на роли лидеров ставили тех, кого они считали нужным, и закладывали эти мины, потенциалы для последующего подрыва, понимаешь, этого единства. На уровне концептуальном они это делали. И они делали это специально. То есть они уже понимали, что они будут демонтировать Советский Союз, они все это понимали, эти закладки уже делали. Чтобы знать этого заместителя Бобкова с этого 5-го управления, Марчук такой был генерал. Этот генерал Марчук после развала Союза стал министром обороны Украины и сейчас является главным таким бандеровским, вот этим вдохновителем, короче. Да? А будучи, когда он в КГБ служил, он курировал все это бандеровское движение. После развала Советского Союза сказал, что на самом деле всегда в душе был бандеровцем и все это создал. То есть они это изначально создавали, понимаешь, это вот искусственность. И они эти противоречия уже вложили в разные группы. И группы растут, а противоречия остаются. Понимаешь, и людей, как бы, объединять людей может только общий образ будущего. И договора даже об этом образе будущего нет. То есть, и как бы заложили концептуальные противоречия, понимаешь, в самом начале движения. Специально, понимая, просчитывая, что там через какое-то время они начнут друг друга грызть. И только начнут друг друга грызть, им будет не до того, чтобы менять мир вокруг. Они будут заниматься бесконечной грызней. Вот это было заложено изначально в это все дело. Это специально оставлю, абсолютно было сделано. Ну, поэтому, я думаю, надо главную позицию взять. Собаки лают, караван идет. Ну, как бы да, верить в свою правду, в то, что ты делаешь, это воля неба, и все. Как бы меня лично спасает только это. Потому что, ну, с точки зрения здравого смысла, блин, мне тут уже давно уже были голову отвернули. Наши власть имущие и все остальные. И пытались уже сколько раз. Ну, как бы да, с этими, ну, так вот. И в кого только не записывали. Когда им говоришь про энергию, говорю, как это, ты же политолог, как это связано? Я говорю, политика – это управление общественной энергией. Вот вы даже этого не понимаете. Они считают, что будучи чиновниками, являются политиками. А политика – это управляет энергией. Они говорят, что такое энергия? Я говорю, человек – это энергия, сжатая под большим давлением в материю. Это уплотненная энергия. А когда люди вместе – это связанная энергия. Это такие сети энергетические из биогенных таких существ, людей. И тот, кто управляет есть... ими, а это жреческая функция, это есть политика. А все остальное это не политика. Ты проводишь ликбез там, да, у себя? Да нет, не то, что ли, какой ликбез. Они просто крутят пальцем у виска и говорят, наверное, мам, я вообще уже с ума сошел. Ну вот и все. Потому что, ну, такое же зашоренное мышление в основной своей массе. Ну я как бы, знаешь, по принципу делай, что должен и будь, что будет. У нас так говорят. Вот сейчас там вчера делали там, как бы видео стал делать там по поводу там, как с сознанием работать, там внутренний диалог останавливать, там, ну, какие-то вообще элементарные, смешные, базовые вещи для первого класса, а выглядит как откровение, ну, просто там, у людей глаза квадратные, что оказывается, в голове кто-то говорит, и это нужно заткнуть, понимаешь? Да, понимаю, очень хорошо. Да. Вот смотри. А без этого никак, это вот просвещение, как-то, и вот, ну, нет, да, понимаешь, вот эта искра, искру-то в систему мы дали, люди включаются. А сейчас им нужно давать информацию определенную, простую совершенно, какие-то простые какие-то практики, остановите там внутренний диалог, там, начните осознанно дышать хотя бы там 5-10 минут в день, и что-то начнет меняться. Да, состыковка это будет, то искра в огонь превратится. Ну, послушай меня, уже вот там, я не очень так в возрасте, ну, у меня какой-то небольшой опыт в всех этих практиках есть, да, там, от состояния школы там до сейчас. Но я знаю, что это существует уже больше 25 лет. Почему же у нас нет такого количества пробужденных? Вот да то, что в России привезли. Изначально там было заложено это все, понимаешь? Эти все
Вот как, когда ты здание строишь, какой ты камень положишь в основание, такое здание дальше будет. Они в основании этих зданий всех равновешники положили кривые камни. Понимаешь, ну как Хинкевич, гражданин Израиля, может быть там великим как бы русским деятелем, там это, помнишь, как сказал Хинкевич? Хиневич, да, человек, который, ну, ты же понимаешь весь прикол, это же тоже еще юмор такой, я понимаю этот юмор, это тонкий такой юмор, понимаешь? А давай Хиневич будет главным русским патриотом, это же смешно, братья, ну да, ну давай пусть будет. Вот он пусть газует и учит их там, да, ты же понимаешь, что я говорю. Да. Я очень хорошо понимаю, вот о чем ты говоришь. Во многих моментах именно так происходит. С нами сложнее, у нас традиция непрерывная, понимаешь? Нам вот такого Хиневича тяжело сюда привезти, чтобы он тут кому-то что-то рассказывал. Потому что, ну, тут традиция своя есть, она как бы корнями в глубину веков уходит. А там вот можно, потому что у меня подрубили, и сейчас новое пытается встроить. И вот они вот так его делают. Кто его конструирует? Я уверен, что очень много людей, которые вот, ну, там... Действительно, дух стяжает, но они стараются не палиться, потому что это тоже чревато, понимаешь? Можно и жизнь с головой потерять за это. Вот, смотри, про это буквально, наверное, полтора года назад была такая очень важная информация среди небольшого количества людей, что если ты действительно занимаешься чем-то важным, там, меняешь мир и с точки зрения тонкого плана, ну, то есть духовных каких-то практик, и с точки зрения каких-то реальных действий, не светись. Типа сиди, молчи и не светись. И да. Я как бы входила в одну из, ну, вот в эту вот маленькую прослойку людей, мне пришла эта информация, мне это сказали, сиди и не светись. Но буквально через месяц я поняла, что я не могу сидеть. Вот не могу. И у меня возникло ощущение, что я не боюсь. То есть вот я думаю, что очень важно осознать, что страх — это просто как шторка. То есть ты просто не знаешь, что за ней, и поэтому тебе страшно. А когда ты начинаешь в процессе постоянно делать, постоянно работать, постоянно трудиться там на благо не только себя, а на благо там, ну, мира, природы, не буду высоких слов говорить, да? Ну, то есть это входит в смысл, в определенное вот то, о чем ты там рассказывал в своих видео, предназначение, да? То есть если у меня предназначение нести свет, как я могу спрятаться, как мышка, куда-то там в подземелье и сидеть, если я знаю, что потому от меня что зависит трусы. Жизнь? Они трусы, это люди трусы. Я им прямо говорю, вы трусы. Всегда им говорил, вы трусы. Для себя я решил, я понят, я в любой момент могу умереть. Люди, каждый день думайте о смерти. Она всегда рядом ходит. А как бы день, гости к Богу опоздания не бывает. Вопрос не когда ты умрешь, а как ты проживешь то, что ты как бы отведено тебе. Как ты как трус проживешь, или ты как воин проживешь. И куда ты после этого попадешь? Как-то тебя в землю закопают, или ты все-таки на небо попадешь? А подвиг — это самый короткий путь на небо. А то, что ты делаешь, да, это же как, когда ты вот это газуешь против этих вот, да, это все равно такой маленький, но подвиг. То есть ты, конечно, как бы рискуешь, мы рискуем, ты рискуешь, я рискую. Я же это понимаю, каждый день вот эти все вещи делаю, я понимаю, чем я рискую. Но с другой стороны, есть еще и термодинамика, движение сил действия всегда порождает движение сил противодействия. Чем страшнее, как бы, противник перед тобой, тем больше силы становится за твоей спиной. И это совершенно четко понял до 7 февраля, когда мы эти огни делали. Я не до конца осознавал масштаб, что этому то. Ну, как-то оно вот так вот все было интуитивно. Я очень часто в жизни что-то делаю интуитивно, до конца, ну, как-то вот делаю, понимаешь? Ну, делаю и все. И только потом доходит осознание масштабов происходящего. И когда вот я с этим столкнулся, когда мы в этой полиции сидели, а я в эту ночь, я говорю, сон видел, вот в полиции все эти разговоры, и на следующий день это все происходило вживую. Мы там с Алхазом и Скотовым сидели на пару. Понимаешь? Я понял, с чем мы столкнулись, просто какой масштаб это. И понял, я чувствовал физически, что это происходит в этих всех сферах тонких. Я не самый такой круто видящий эти тонкие срезы, но вот есть люди, которые видят, и вот там все очень задолго шло, очень активное такое противостояние. Но это до сих пор идет не противостояние, а волна идет. Сегодня вот у нас в чате... Не, у нас именно противостояние шло. Вот из тех людей, которые сидели за столом и кричали, что нас там, не знаю, что нам с нами сделать, половина уже... свои работы потеряли. Как бы, ну вот мы там, мы поехали за Салхазом, мы просто обратились как бы к Всевышнему. А если мы не правы, мы готовы ответить. А если они не правы, пусть они отвечают. Все, вот у нас одна была как бы такой запрос. Хороший вопрос, прямо вот сейчас в прямом эфире. На секту похоже. Вот эта вот штука с сектой, я прям ее уже люблю. Вот вы знаете, постоянно. до третьего века нашей эры все христианские церкви были сектами, они так и назывались. Пока их не легализовал император Константин на Никейском соборе, все это до 300 лет.
300 лет, понимаете, это все было сектами, разного рода сектами. А когда попали в мейнстрим, стали как бы официальной церковью Византии, как бы главенствующей и все остальное. Так что, знаете, большевики тоже были сектой, маленькой такой политической сектой, а потом стали тем, чем стали. Поэтому обзывать можно как угодно, обзывайте как хотите. Здесь скорее, знаешь, вопрос в том, что как только я с этим сталкиваюсь уже очень давно, то есть вот я там 10 лет иду против, не против, а иду вразрез с системой каким-то образом, так или иначе, и каждый раз, общаясь там со своими друзьями, близкими, я слышу одно и то же. Ну, опять Саша в секте. Ну, то есть вот одна единственная. То есть если это вразрез с существующими какими-то шаблонами, системами, это сразу называется сектой. А мне все равно, как хотите, называйте, да, там, хоть секты, хоть чем. Я знаю, зачем я это делаю. Хорошо, тут секта, говорите. Хорошо, а ордена это что? Иезуиты это кто? Секта? А вот эти масоны, которых вы все любите в интернетах читать, это кто? Секта? А все эти орденские структуры, начиная там с тамплиеров и заканчивая современными всеми орденами, это что, секта? Любые плотные группы, где люди совместно решают какие-то задачи, их любую можно назвать сектой. Научно-исследовательский институт, который занимается изобретением какого-нибудь космического корабля, его тоже можно назвать сектой. Потому что люди совместно горят одной идеей. Что, это тоже секта, что ли? Ну, любую плотную группу можно так обозвать. Потому что люди, ну, недалекие, наверное, такие вещи говорят. Что я могу сказать? Ладно, про секты это все. Скажи мне, пожалуйста, какие сейчас у вас планы? Я почему спрашиваю, потому что у нас в чате, у нас в Телеграме сейчас новый чат, да, образовался, я тебя туда добавлю обязательно, там какие-то новости войсковые, ну, такие, общий чат по Руси. И мне прислали буквально, когда я опубликовала, что будет эфир наш с тобой, мне прислали ребята сообщение, что они тебе там в личку отправили в Телеграм про... то, что они будут зажигать огонь, я не знаю, получал ты или не получал. В общем, у вас-то какие-то есть ближайшие планы? Ну, можешь, конечно, я понимаю, не озвучивать, но хотя бы как-то так. Ну, планы, конечно, есть. Мы постоянно там свои эти обряды проводим, молимся там. Ну, как бы постоянно делаем. Нет, я имею в виду... Таких сейчас нету. У нас как бы сейчас... Ну, как, знаешь, я же делаю не потому, что там вот даже эти, что мы делали, это то, что мне там в голову взбрело, потому что, ну, как бы... Пришла информация, что тут нужно сделать. Пока никакой подобной информации не пришло, потому что те процессы, которые запущены, они разворачиваются. У нас вот поменяли все руководство в республике. Тут сейчас такие перетрубации идут, как бы вот Алхаз еще тот пережить никак не может. Поход. Да. Поэтому мы постоянно что-то делаем. Знаешь, как у Будды спросили, говорит, а сколько, говорит, нужно в день заниматься медитацией? Там 2-3 часа, 4, да? Ну, практиками. Он, знаете, что ответил? Он говорит, нужно жизнь сделать практикой. Понимаешь, то есть у тебя должна жизнь стать медитацией. Вот меня тоже спрашивают, внутренний диалог нужно сколько останавливать в день, там 10-15 минут. Я говорю, надо жить на основном. Я вот езжу за машиной и за рулем, я останавливаю внутренний диалог. Я вот сейчас разговариваю с тобой, я разговариваю без внутреннего диалога. Я стараюсь как-то вот на потоке, понимаешь, чтобы оно шло. То есть это нужно, конечно, постоянно делать. И нельзя говорить, вот я сегодня там разжег костер там где-нибудь, там раз, не знаю, в 2 недели, а все остальное время ты что делаешь? Это состояние. Мы трансформируем мир вокруг, когда сами себя трансформируют. Понимаете? Когда великий православный святой тоже, да, подвижник сказал, спаси самого, и тысячи вокруг тебя спасутся. Это о чем имеется в виду? От того, что когда вы меняете свое энергетическое тело, да, вибрации повышаются, то вокруг вас люди сами спонтанно начинают эти вибрации повышаться. Если в городе будет 1000, там, 10 тысяч таких людей, то критическая масса уже будет. И все сработает, вот этот момент этой перехода количества в качество. Вот и все. Поэтому не надо разделять, а что вы делаете? Я постоянно что-то делаю. Ну, остановка внутреннего диалога, какие-то еще практики внутренние, еще что-то там. Оно всегда надо делать, это не беспрерывно. Это образ жизни. Надо менять образ жизни. Вот я хотел что сказать. Надо менять образ мышления и образ жизни. А это, ну, следствие. Хорошо. Сначала меняется мышление, конечно, да. Давай я немножко верну нас к нашей теме. Расскажи что-нибудь интересное, потому что я тоже хочу там пару фразочек вставить. Мне понравилась одна история, которую я прочитала. И, может быть, у тебя есть по какие-то поводу прям факты? Ну, по поводу общего между аланами и русами. А что общего? Общего нужно понимать, что это просто мы все потомки скифов. Это все потомки этих скифских племен. Ну, да, там они разделились там и все. Но у них есть какие-то общие культурные матрицы, да?
Вот у скифов, например, был такой обычай. То есть скифы считали, что как бы их праматерь превращалась в олениху. Да, у нас в нацком эпосе осталось, что вот эта зараза, она превращалась в оленя. Там, белого оленя. Вот по-остински русский, дословно это белый олень, по-русша, белый олень. Мы русских зовем белый олень. Вот на гербе этого воинско-донского казачества белый олень изображен, но со стрелой в сердце. Вот я им говорю, вот кто вам придумал эту стрелу в сердце вашему оленю воткнуть, тот вам есть самый первый враг. Вот, это то, о чем я сегодня прочитала. Ты прям подтверждаешь мне вот эти вещи. То есть да. Это как раз вот то противостояние, которое попытались ввести. Ведь донские казаки, я сама родом с Дона. Да, донские казаки. Ну, конечно. Дон это вода. Вот сейчас в Остинском осталось, у скифов это называлось. Это вот во всех иранских языках Дон это вода. Вот где мы были, Фиакдон же тоже, да. Да, это все Дон, у нас все Дон. Все реки на Дон. А Дон это вода. И Дон это просто вот Дон. И все там вот эти жили. Везде эти курганная культура. Все это общая культура, общие предки. Вот, например, окунание в воду. Когда ребенок рождался, скифы окунали ребенка в воду. Почему они его окунали? Потому что вот и вот эта Дзераса, которая праматерь была вот по нацкому эпосу, она еще была дочерью как бы повелителя вод. Да? То есть она была водная. Нарты — это огонь и вода. Из объединения этого воды и огня получились как бы вот люди, нарты, вот потомки. Да? И вот она была водная. И когда опускали туда ребенка, говорили, вот еще один племянник или племянница ваша. Да? И как бы посвящали его. И этот потом уже обычай как-то вот он, видишь, с этими... с водой уже ушел в христианство. И много таких вещей есть, которые вот у нас общие. Они вот просто по мифам и по вот этим всяким обычаям и традициям можно это все отслеживать. И оно видно. Но когда ты изучаешь эти разных народов, то оно похожее очень. Но при этом вот у нас, например, здесь... это вот с чаши молились, да, что вот вам Влад показывал? Да. На Руси же тоже была братина называлась. Конечно. Вот так же конечно. Братины молились по кругу. Это же то же самое, это же воинская присяга. Просто русские забыли, что это когда-то был шлем. Кто-то шлем снимал, руководитель подразделения, не знаю, как командир батальона или как раньше дружины, наливали туда что-то, у нас там пиво наливают, могут воду налить. И по кругу вот так вот пили. Это присягу давали определенно. То есть это ритуал был. Ритуал забыли, обычай остался. У нас тоже как бы ритуал многие забыли, а обычай остался. Ну, таких много вещей, знаешь, блин, долго можно об этом разговаривать. Очень я много хочу осталось. Во-первых, очень много осталось, во-вторых, ну, здесь есть вторая, вернее, сторона медали этой, да, то есть вот то, о чем я уже несколько раз сегодня сказала, что очень много в официальных источниках момента стравливания. Вот то, что ты приводишь в пример вот этот олень, проткнутый стрелой. То, что там, вот, значит, поругались, причем я сегодня прям читала, что даты какие-то есть, там, 15 век или там 14 век, когда вот Алания напала на Русь. И у меня просто, даже как у историка, просто какая-то нестыковка, говорю, о чем вы пишете, ребята, зачем вот это вообще все писать? И я вывела такую общую картинку. То есть, помимо того, что хочешь там уничтожить народ, воспитая его детей, напиши им былины, напиши им историю, вот эти конечно. Вот историю, да. Ну, это первое, что делают. Еще братья иезуиты поняли. Товарищи иезуиты, они, по сути, историю в мире пишут эти иезуиты еще со времен средних веков. Они переписывали историю в Европе. Там, ну, у нас хорошо. Так точно они это все переделывали. Но это хорошо. Делается а абсолютно осмысленно. Как быть? Смотри, вот у нас, например, там осталось какое-то количество сказок. У вас там остался эпос, да? У вас в большей мере осталось вот этого передачи устного, потому что письменных источников вообще нет. Нигде нет. Не только у вас нет, у нас их нет. Их нигде нет, на самом деле. Единственный письменный источник, который более-менее адекватный, это вот на стенах пирамид в Египте, где-то там еще наскальные рисунки, это единственный письменный источник, которым я, по крайней мере, могу доверять, когда там все вот, ну, черным по белому, там, красным по синему и так далее и тому подобное. Что сейчас делать? Как восстанавливать вот это все? Бабушек и дедушек уже все. Ты понимаешь, вот мифы — это не про прошлое, а про будущее. Нам нужно понять, какое нам нужно будущее, исходя из того, какой нам нужен образ будущего, сообразные мифы, как бы, не то чтобы подгонять под результат, но мифы, они формируют сознание и образ будущего. Когда нам навязали миф про апокалипсис, это же миф, да, согласитесь. Кому-то что-то там приснилось, да, и он это все написал. Но как бы мне тоже много чего снится. Я это напишу, и это же не возьмут как священный текст, а его взяли. Соответственно, этот миф как программу заложили в человечество, понимая, что рано или поздно он должно самоуничтожиться. Понимаете, то есть программа на самоуничтожение заложена в этом мифе.
И когда большое количество людей его приняло, оно его читает тысячелетиями, оно его принимает, оно о нем думает, и мы сами притянем к себе свой апокалипсис. И то, что сейчас происходит, это реализация этой программы, заложенной когда-то и кем-то. Но это же написал человек, и другие люди там внесли в текст, и как-то вот сделали это потом в Священном Писании. То есть они специально тогда заложили нам бомбу на сегодняшний день, чтобы мы самоаннигилировались в какой-то момент. Когда-то растем до определенного технического уровня. А там этот технический уровень написан. Начертание на голове, на лбу, там еще что-то, то, что мы сейчас видим уже, да? То есть как только человечество доходит до какого-то порога своего развития, оно уже самоуничтожится. А как это сделать? Заложить сейчас определенный миф, когда оно дойдет туда, оно уже будет, вот оно исполнение пророчества. Понимаешь, когда люди в больших погонах, мне сидит и говорит, я же говорю, ты понимаешь, что в Израиле происходит? Это что-то битва конца, они же специально раскручивают. И он у меня смотрит и говорит, ну ты же просто понимаешь, пророчество же должно сбыться. Я говорю, какое пророчество? Ну как это же вот написано? Антихрист должен прийти, а мы его, говорит, должны потом победить. И будет тысячелетнее царство Божие на земле. Ты понимаешь, где-то глубоко эти программы сидят? И этим люди горят. Они же вот ездят, эти все товарищи, они же с нами с тобой общаться ездят, они же на Афон ездят. Я говорю, даже в русских летописях, как называли их? Лукавые греки. Лукавые греки. Чего вы к этим лукавым грекам подпускаетесь? Афон по-астински это время. Я говорю, тот Афон это старое время. Я говорю, хотя бы в Абхазию ездите, там новый Афон уже есть, новое время. Да, да. Старое, старый Афон, старое время. Чего вы туда ездите? Но они реализуют эту программу. Вот мы ее видим просто. В Израиль, Палестина, они все этим горят. Опять власть на сколько возьмут? Что если евреи победят, они говорят, 1000 лет будет царство Израилево. Если эти победят, 1000 лет царство Божие. Но то и другое говорит про 1000 лет, про 5000-летний цикл. Понимаешь? Конечно. То есть борьба в начале тысячелетий вот этих вот стыков идет за кто будет править во всех смыслах в ближайшие 1000 лет. А кто будет править? Тот, кто свои идеи навяжет. Тот свой образ будущего навяжет. Вот 1000 лет назад там навязали другой. Алания первая рухнула под этим, когда приняла чужой образ будущего. Понимаешь? Почему постоянно подчеркивают? 1100 лет крещения Алания. То есть тому, что мы приняли на 100 лет раньше Руси. Да, понимаешь? Да, это да, подчеркивает, да. Это подчеркивает. И после этого начались эти катавасии. Потому что легли под Византию. Вот и все. У нас был такой предмет в университете, назывался мифотворчество. И я только сейчас, вот в разговоре с тобой, меня прям туда вернуло, и я понимаю, конечно, о чем речь, да? Чисто мифотворчество, чистой мифотворчество. Воды. Мифотворчество. То есть мы сейчас в наших силах сейчас взять некие, ну, грубо говоря, сотворить новый миф. Чем мы и занимаемся, конечно, да? Мы сотворяем новый миф. Да, правильно. Но на основе, на базисе на неком. Но за, мы, это называется управлением будущего, будущим через прошлое. Будущим управляет через прошлое. И как, в прошлом это отменяем здесь, программу. Конечно. И закладываем новую. И говорим, 500 лет назад просветленный там какой-то Иннокентий сказал вот это вот, Ванга сказала, понимаешь, Ванга сказала. Что там Ванга эта бедная говорила, не говорила, никто уже в жизни не узнает, понимаешь. Вот такую программу. Накладываем за 500 лет назад, что так и так. Я же почему этот миф про Гора и Сета привел? Потому что в Нарнии, я просто не договорил, я следующее видео сделаю, что в Нарском эпосе, говорили, там вот есть такой момент, говорит, а как, говорит, я узнаю, что Нар сослал? Сослал — это солярный символ там. А говорит, а ты, говорит, раздень его, на спине его будет луна и солнце. Понимаешь, это луна и солнце, то есть Нарский эпос — это был до разделения на это добро и зло. Понимаешь, они могли взаимодействовали как с одними, так и с другими. Они взаимодействовали как с нижними духами, с далимонами, так и с верхними валимонами. То есть они всегда, они нашли этот баланс. Понимаешь, что это цивилизация, которая имела этот баланс. Она не отрицала. Как только началось отрицание, началась бесконечная война. И Сергий Радонежский по этому поводу говорил, ударим единством Пресвятой Троицы по лукавому разделению мира на добро и зло. Вот что нам нужно сделать, преодолеть это лукавое разделение мира. Если мы его не преодолеем, дальше ядерная... Конечно. Дальше ядерная война. И каждая будет армия света. У американцев армия света, у нас армия света, у израильтян армия света, у турок и все армии добра и армии света. И сожгут мир в ядерном огне. А найти вот эту опору... Конечно, вот и будет апокалипсис. Пророчество должно исполниться. Я говорю, друзья мои, у вас уже не пики там, не копья, не луки. У вас уже ядерное оружие в руках. Какое пророчество? Говорю, вы что несете вообще? Это программа. Просто заложенная кем-то когда-то программа. Мы даже знаем, когда. Может, ее 300 лет назад заложили, или 400. Достоверно установить, когда ее заложили, я же тоже читал, кто это когда написал. Угу. Мнения расходятся. Но ясно, что в какой-то момент заложили эту программу. И активно в общество напихивают. Через образы, через произведение искусства, через что-то. Что у вас есть конец.
А нам нужно убедить, что в нашей цивилизации нет конца и нет начала, есть циклы разные. Развитие, постоянное развитие. Нет у нас конца. Конечно, витие разум. А это другая альтернативная концептуальность. Не нужен нам никакой конец. А им нужен конец обязательно. Смерть им нужна, понимаешь, массовая. У них есть определенность такая, это вот эта дуальность. Когда у нас был собор Руси в Силаче, у нас возникла такая вот, ну, у 100 человек, там, меньше, чем 100, конечно, 80 человек, не может возникнуть что-то одинаковое просто так, да? Вот почувствовали все одно и то же, что мы вне дуальности мира. То есть вот какая-то маленькая группа людей ощутила, что нет дуальности, нет добра и зла, нет там жизни и смерти, есть постоянный некий цикл, вот то, о чем ты говоришь. И сейчас, когда вот мы идем по буквице, вот по этим всем, да, буквам, расписываем их там, ругается на нас Котов тоже, что вы за эту буквицу вцепились? Я очень просто могу объяснить, зачем мы вцепились, потому что разный уровень, да, вот там, мы с тобой можем о чем-то говорить одном, а есть люди, даже вот я комментарии сейчас читаю, которые даже сейчас нас с тобой не понимают. А, соответственно, для них надо донести информацию таким образом, чтобы они ее поняли. А самый простой образ, к сожалению, я понимаю, что это печальная ситуация, но, к сожалению, это уже созданный образ, то есть уже прописанный образ, прописанный максимально понятным языком, но перепрограммирующий вот эти вот старые все парадигмы. Вот, соответственно, вот этот вот процесс, который сейчас идет у нас, да, буквичный, не знаю, как он завершится буквицей волшебной, АЕ, которую мы крутим постоянно в общении. Вот что произойдет в этот момент, я думаю, что прям фейерверк, и все, вот, все наше задуманное сбудется. Ну, по крайней мере, идем к этому. Я к чему? Что в ближайшее время, точно еще там даты не определены, мы хотим поехать на Аркаим. То есть помимо всех вот этих. Ты что-нибудь об Аркаиме знаешь? Ну, я, конечно, слышал, что это да, вот, тоже древний это так... город. Да, это его называют... страна городов, там, или город стран, как угодно. То есть это такая цикличная постройка, которая сравнивается со Стоунхенджем в Англии, там еще со всякими вещами. Ну да, и я знаю, по времени там и все. Вот, очень интересное на самом деле место. Я не знаю, чем это все обернется, как обычно. Мы же едем, не знаем, чем обернется в то или иное место. Раз там смену руководства в Осетии. Кому в плюс, ну, кому в минус, пока непонятно. Я говорил, парни, вы поймите, тут воля неба, тут надо как бы делать. Как вы можете запретить на святилище молиться? Как вы можете это в Осетии? Это, ну, это немыслимое занятие просто, понимаешь? Да. Поэтому не смогли воспринять. Как это? Все туда ходят, те же милицейские, полицейские, все эти сотрудники, они также ходят на эти же святилища, также там молятся, также там баранов в жертву приносят. То есть, ну, это мы с детства все живем в этой традиции. Теперь им кто-то приказал нас туда не пустить. И они тоже же не понимали, что это у нас приказали не пустить. И тоже вот поэтому так и произошло. Да. Вот интересная вещь по поводу того, как наработает намерение, да? То есть когда сейчас мы вошли уже, вот я так понимаю, что где-то, наверное, год примерно, как это существует, мы вошли в такую структуру временную, пространственную, когда все намерения начинают реализовываться. То есть если я живу по кону, если я живу, как ты, ну, вы там называете это воля неба, там, мы по кону живу. Если я живу вот в этом вот пространстве по кону, в своем, я даже не беру какого-то большого окружения, то и окружение начинает меняться, и существующие вокруг якобы препятствия, они отметаются. Потому что вот то количество, например, вещей, которое было на, там, на Игоре лично, на войско, в общем, вплоть до прокуратуры, понимаешь, то же самое, что вот у тебя там какие-то там вопросы были. Они раз и как-то, ну, рассасываются. Почему? Потому так что это есть биоподобные технологии. То, что я тебе говорил вначале, биоподобные технологии. Они нам через цивилизацию, мы через биоподобные технологии. Это вот две цивилизации. Они будут на Земле существовать. Так же, как вот когда-то по мифам, я не утверждаю, друзья, это миф. Я не сумасшедший. Существовала это Гиперборей, существовала Атлантида. Атлантида это было государство, где ультра была развита технологии. Ультра развита технологии. Гиперборей в этой сделана была ставка на человеческий материал, так скажем, да? Если там, грубо говоря, делали сотовые телефоны, то там учили людей телепатии, да? То есть это были два полюса. Но для того, чтобы цивилизация развивалась, они как должны находиться в диалектическом противоречии всегда. И тогда идет развитие, понимаете? Но эти два полюса должны быть. Сейчас только один полюс создан. Сейчас цивилизация создала только один полюс, который пожрет сам себя. С этими компьютерами, роботами, дронами и всем остальным. Нужно создать другой полюс. А его, кроме как в России, создать больше негде. Где его еще создавать? Он исторически был здесь.
Они исторически находятся на своей земле, в этой Атлантиде. Вот Атлантика же там, вот они там все и находятся, так же само. И здесь точно так же должен сформироваться другой пояс. И люди, которые со всего мира, которым ближе это, развитие там себя лично, да, они гаджета своего, они будут сюда стягиваться тогда. Но к тому времени какие-то практики, какая-то теория уже должна быть разработана, мы им должны что-то давать. Понимаешь, делай вот это, вот это, вот это, и твой мозг начнет по-другому видеть, начнешь слышать как-то, вот, взаимодействовать с миром. И то, что ты говоришь, это биоподобное, конечно, намерение. Потому что твои, когда в этот момент ты осознаешь, что за твоей спиной стоят там, как у нас говорят, наши старшие братья там, предки стоят, и ну и что, кого мне бояться? Я говорю, как я могу вас бояться, если у меня вата же стоит за спиной, понимаешь? Он нас поддерживает, чего мы должны вас бояться? А если ты в это не веришь, тогда ты зачем вообще об этом говоришь, понимаешь? Я им говорю, ну вы же молитесь, да, ты же его призываешь, да. Ну ты что, не веришь, что он существует? Нет, ну как, ну это. Я говорю, зачем ты это делаешь? Это анекдот такой есть, я им рассказываю всем, знаете. В одном селе долго не было дождя. И там несколько месяцев не было, и собрались мужчины, решили помолиться, чтобы дождь пошел. И договорились, что всем селом утром приходим там молиться. И приходят туда, короче, на окраину села, маленькая девочка с зонтиком пришла. Они говорят, а ты что, говорит, с зонтиком пришла? Она не смотрит, а я, говорит, думал, вы по-настоящему будете дождь вызывать. Понимаете, это же вопрос намерения. Ну да, 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 веры. Да. Да. Если вы не верите, да, я вот как бы совершенно точно знаю. Вот, вот, ты ключевые вещи сказал. Я не верю, я знаю силу да. этих действий. Конечно, именно так. Ну, чудесно. В ближайшее время, я думаю, у нас какая-то все-таки совместная вещь организуется. Мы с Игорем там общались, я помню, с Алхазом разговаривали, куда-нибудь пойти на Стамбул. Или куда-нибудь еще. С Алхазом, на Стамбул с Алхазом надо. Да. У него там связаны воспоминания. Стамбул, это его, да. Вот, да. Ну, а так, в любом случае... друзья, да, всех всегда рад слышать, видеть. Просто кто не понимает там и не догоняет, то вы просто думайте в меру своего понимания. Если что-то, говорит, вам непонятно, то не потому, что ваши понятия плохие, а потому что это не входит в круг ваших понятий. Да? Вот и все. Поэтому ну, не на нас надо обижаться, думаю... на себя обижаться. Я думаю, что надо в любом случае, вот контакты есть твои, чтобы писали тебе, писали нам, и ты очень много даешь практик интересных, и у нас там есть какая-то школа, вот сейчас дураков дальше второй курс откроется, то есть ребята, слушатели, смотрители, кто тут нас видит, слышит, и кто будет смотреть и слушать, обращайтесь, не стесняйтесь, мы открыты к общению, тут комментарий был, что мы за это деньги берем, это неправда. Друзья мои, деньги это тоже энергия. Понимаете, если вы хотите получать энергию, вы должны что-то отдавать. Как говорил мой друг, Боже, возьми рублями, знаешь. Так что вы... Ну, я о том, что мы не просим никаких денег. Есть вот казна... Нет, мы не просим, но просто когда люди такие говорят, понимаешь, ты должен давать ему информацию, должен давать практики или еще что-то, и он должен это все бесплатно получать. Бесплатно в этой жизни не бывает, понимаешь. Когда бесплатно, он... это бесплатно. Он по-другому заплатит. Да. По-другому заплатит, как правило, да, я с тобой согласна. Да. Ну, просто поэтому... о том, что у нас есть там поддержка какая-то, но нет никаких там такс, скажем так. Конечно, ну, я согласен, но просто сама формулировка, я же не первый раз сталкиваюсь. Халява, дорогие друзья мои, всегда дорого обходится. Да, точно. Ладно, ну, Алан, все. Я благодарю тебя, было чудесно да. пообщаться. Надеюсь, мы еще выйдем на связь, какую-нибудь возьмем интересную тему опять и тоже... Давай, давай. Пообщаемся, поговорим. Я на связи. Все, вместе мы сила, друзья. Вместе сила, да. Пока. Давай.